Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Борис Щербаков загремел в больницу 17 августа. У звезды театра и кино заподозрили коронавирус. Сын артиста Василий сообщил, что у Бориса Щербакова COVID не нашли, к счастью. ПЦР-тест оказался отрицательным. По словам наследника, сейчас актер находится в клинике и чувствует себя хорошо. Ранее Telegram Mesh дал информацию о том, что 71-летняя знаменитость госпитализирована с COVID-19. По некоторым данным, у него двусторонняя пневмония. Также в сети были данные о том, что Борис Щербаков пребывает в состоянии средней тяжести. Сам он заверил, что в течение 6 месяцев никуда не выезжал из столицы. Он подчеркивал, что тест на коронавирус у него отрицательный. В беседе с Life артист говорил о том, что его вовсе не клали в больницу, и он себя прекрасно чувствует. Напомним, в феврале 2021-го СМИ уже писали о том, что Щербаков болен ковидом. Но и тогда актер опровергал такую информацию. Отмечалось, что Щербаков получил положительный результат исследований. В группе риска находится супруга актера Бронзова и его сын Щербаков. Когда журналисты связались со звездой сериала «Солдаты», Борис Васильевич данные о тяжелом недуге опроверг. По словам знаменитости, СМИ немного исказили ситуацию. Щербаков действительно сдавал тест на коронавирус, и тот дал положительный результат. Меж тем, никаких симптомов заражения у актера не было, поэтому было принято решение сделать повторное исследование. Второй тест инфекцию не выявил. Тогда Борис Щербаков отметил, что ощущает себя здоровым. Знаменитость поблагодарила поклонников за беспокойство. Ранее стало известно, что пандемия коронавируса оставила 70-летнего Бориса Щербакова практически без средств к существованию. Актер испытывает финансовые трудности из-за введенных властями ограничений. Артист признался, что его семья в тяжелом материальном положении, что влияет на рацион. При этом Щербаковы, в отличие от большинства жалующихся артистов, подошли к проблеме практично. Справиться с безденежьем им помогает упорный труд на огороде. Борис Щербаков посетовал на то, что сейчас у него, как и у многих коллег, нет никакой работы. Это отразилось не только на финансовом положении, но и на эмоциональном состоянии звезды театра и кино. «Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки, слава богу, накопали. Мы посадили ее весной, так что сейчас ее выкапываем», — поделился телеведущий. В отсутствие работы Борис Щербаков всерьез переключил внимание и на другое свое полезное хобби — резьбу по дереву. Знаменитость теперь дарит своим гостям приятные презенты, которые делает своими руками. Свои работы Щербаков делает не для продажи. По словам актера, его хобби для самоуспокоения и релаксации. Он признался, что забывает обо всем, когда занимается любимым делом.